Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу снять такое странное для меня видео. Обычно такое не снимаю. В общем, хочется показать, какие раскраски и раскрашенную работу в них, от которых я хочу избавиться. Они мне надоели, занимают очень много места, как бы, и хочется, ну, их не выкинуть, а именно отдать человеку, который будет действительно в них раскрашивать. И первая раскраска, от которой бы я хотела избавиться, не то что избавиться, а ее отдать, это Escape the Christmas Past. За большое количество времени, ни зимой, ни летом, ни осенью, ни весной, я не хочу к ней притрагиваться. Все-таки вот эти вот зентанглы, которые тут есть, они меня в какой-то мере отталкивают. Тут у меня есть немного работ. Если вы, ну, на моем канале давно, то вы можете наблюдать, что здесь у меня особо ничего не поменялось. Вот. Тут у меня буквально работ 5 раскрашено. Вот это вот у меня звезда самая любимая. Ой, звезда, снежинка. Вот, она у меня такая морозная получилась. Вот, денежное дерево. Такое себе. Вот этот разворот, в принципе, неплохой. Но оставлять раскраску из-за каких-то там раскрашенных пару иллюстраций, ну, так себе. Я, конечно, могу это все обрезать, вот так вот себе на память оставить. Вот, но не знаю, я подумаю, конечно. Вот, в принципе, вот это можно выдернуть, вот это. В общем, буду думать. А так, не особо горю желанием в ней раскрашивать. Далее вам покажу Затерянный океан, который я хотела заканчивать. Но все, больше точно не хочу. Вот. Так что просто покажу вам иллюстрации, которые у меня тут есть. Вот это такая очень яркая картинка у меня. И вот это. Это мои первые шедевры. Так сказать, это у меня Фаберкастел раскрашено. Профессиональные, которые я их потом отдала. Вот, у меня иллюстрация незаконченная. Она у меня, так сказать, практически наполовину законченная, потому что я ее заканчивать как-то пыталась. Но потом что-то пошло не так, и все, в принципе. Вот этот разворот у меня самый такой, ну, интересный получился, конечно. Вот. Конечки вот эти тоже прикольные. А, ну вот еще, да. Типа раскрасила. Вот. Такая прелесть. Такое. Вот я не знаю, как вот этот разворот многие осиливают. Я прям вообще. Это не мое. Вот так тут тоже. Ну, видите. Такое себе, конечно. Вот это все. Нет, конечно, есть более-менее что-то приличное, но вот этот разворот мне нравится, например, он так симпатично вышел. Вот это еще что-то более-менее. Вот это еще как-то. А тут так себе. Вот тоже. Так, там я вообще странички заклеила. Там эти русалки вроде бы были. Я их так не хотела раскрашивать, что взяла и заклеила. Вот, ну, рыбки просто блестящие. Вот. Когда я еще на том канале показывала эту страничку, мне кто-то из подписчиков сказал, что даже ребенок лучше раскрашивает, чем вот это. Как бы можно было постараться с тенями раскрасить, но как бы если я хочу раскрашивать с тенями, я это раскрашиваю. Вы можете убедиться это, ну, в моих видео, что я показываю. Вот. Если я не горю желанием раскрашивать с тенями, значит, я не буду с ними раскрашивать. В общем, вот такая вот у меня раскраска получилась. Практически, конечно, законченная, но не знаю, как-то. Она меня тяготит, и я не хотела бы больше ее в коллекции своей иметь.
Вот. Я ее давно же не раскрашиваю. А, нет, вот с русалочками. Там было что-то, видимо, другое. И вот этот мелкотня. Ну, это вообще... Для меня просто кошмар. Последнее время я вообще ни разу не усидчивая, поэтому вот эта раскраска точно не для меня будет. Конечно, на первых порах, когда еще Джоанна Бэссет была прям вот прям на самом пике популярности, возможно бы я еще и продолжала раскрашивать, но сейчас уже как-то не хочется. Следующая раскраска – это тоже Джоанна Бэссет, «Удивительные джунгли». Это тоже раскраска, которую я не люблю, которой вообще руки не тянутся, я ее тоже отдам. Это тоже моя раскраска на первых моих порах, вот так вот я раскрашивала, это я очень старалась. Вот, я еще тогда раскрашивала карандашами маркера Fine, обычными, не акварельными. Вот, то есть, в принципе, все иллюстрации, которые выполнены в этой раскраске, будут раскрашены именно марка. Маркера Fine. Хотя вот это раскрашено Faber-Castell Polychromos. Вот, это маркера Fine, бабочка раскрашена. Так, далее Faber-Castell Polychromos. Вот этот вот тигр. Это... красками у меня не получилось. Это я уже не помню, просто какими-то обычными детскими карандашами раскрашивала, это фломастерами. Вот это мне в принципе еще тогда нравилось, но сейчас я вижу, что ну как-то не особо, хотя я тут очень старалась. Ну, в общем, вот видите, тут вот тут не докрасила, здесь не докрасила, и вообще рука не поднималась. Хамелеон, ящерица. Единственный плюс в этой раскраске — это бумага. Вот этот разворот, конечно, был самый мой длительный, самый долгий. Это когда еще был, не знаю, не челлендж, это как, просто давала задание, заканчиваем раскраску. Вот по этой теме я и делала. Вот, конечно, думала, что очень клево тут раскрасила, но у других работы были, естественно, лучше. Поэтому это, наверное, была моя последняя такая иллюстрация, которая была раскрашена. Вот эта вот яркая, это у меня раскрашена мелками, не акварельными, или акварельными, я уже не помню. Либо обычной пастелью. А скелет у меня Prismacolor Premier раскрашен. Хотя, видите, опять тут же что-то я не докрасила. В общем, тяжело мне эта раскраска давалась. Вот, и... А, нет, вот здесь вот еще... Что-то более-менее со слоном. Бабочка. Вот это, наверное, у меня самая любимая. Вот я, наверное, ее бы вырезала, потому что мне, в принципе, вот это очень нравится, страница. Самая моя любимая из этой раскраски. И кристалл вот этот я рисовала по мастер-классу Дайана Джей. Вот. Тут у меня еще... фламинго вот эти, но мне они не нравятся. То есть самая такая нормальная моя работа — это вот это. И здесь я раскрашивала, как бы не собрать, знаете, либо Prismacolor, либо теми самими этими полихромосами. Далее все-таки хочу распрощаться с вот этой книгой, потому что я как-то раскрасила в июне либо в мае. Я вам показывала работу, это вот эти вот. Вот эти нарвалы. Вот, и в принципе все. Больше не хочется мне в ней раскрашивать. Вот. Потому что она у меня пустая. И как-то, не знаю, вообще рука не тянется к такому. Вот, все-таки я ее отдам. Но опять же, возможно, я пару страничек просто на память вырежу для себя. Вот. Я, наверное, буду делать так, чтобы не было жалко отдавать. Особо. Просто вырежу, либо вырву. Вот. И тогда останется на память. Также у меня еще одна. Это Милли Морота в «Стране чудес». Это тоже у меня самая первая моя раскраска, в которой я много чего тоже раскрашивала. Простите за звук. Прошу прощения. Такой вот ананас у меня здесь. Вот незаконченная иллюстрация.
Вот эта змейка мне прям нравится, я кайфую, она прикольная. Тут у меня просто все абсолютно карандаши, которые у меня были. Даже марку не могу назвать, просто какие-то карандаши. Ну, вот эти фламинго тоже ничего такие. Хотела я все вот в таком вот виде раскрасить, но опять же, все, я сдулась и больше не смогла. Вот. Ну, и далее. Где-то хорошая иллюстрация, где-то не очень. Вот это, в принципе, неплохая. Вот тут тоже каляка-маляка мы видим. Вот эта мандала мне нравится. Прикольно вышло. Так. Бабочки хотела я дораскрашивать, но понятно, да? Почему не продолжила? Вот этот разворот с летучими мышами. Это я раскрашивала карандашами Дели вроде бы. Тут очень-очень такое наслаивание карандашей большое. Поэтому если я буду избавляться от раскраски этой, я обязательно заберу себе вот эту страничку на память, так сказать. Вот. Хотелось я еще вот этот цветок раскрасить, но, да. Слишком много но. Так. Вот это у меня раскрашена маркера Fine. Вот это у меня всеми карандашами подряд. Не помню, вот этот вот игуана или варан. Игуана это, да. Ну, так что тоже хотела эту раскраску заканчивать, но перехотела, да. Ну, вот этот ничего такой получился у меня. Так, вот этот у меня многострадальный кто-то. Я так и не поняла, кто это. Павлин, не павлин, но такое себе вышло. Бабочка перламутровая. Вот эта черепаха более-менее еще вышла. Ну, вот это что-то странное, наркоманское. Ну, вот это еще более-менее. Журавль или кто он там. Все. Так что, если я и буду отдавать, то странички, которые мне больше всех понравились, я все-таки себе оставлю, сохраню. Все-таки это реально как бы память. Далее, опять раскраска Джона Бесфорд. Я что-то про нее забыла. Здесь у меня тоже каляки-маляки в основном. Я вам быстренько вот так вот пролистаю, покажу мои шедевры. Вот это вот хотела полностью раскрасить темной гелевой ручкой, но не дотерпела, выбросила вот это все занятие, точнее убрала. Вот типа гжель вот это якобы. Вот тут у нас бабочки. В общем, не особо я в них старалась раскрашивать. Вот этот цветочек более-менее такой красивый. Вот этот разворот. Я долго над ним сидела, а зря, очень зря. Даже фокусировать камера не хочет. Так. Я, знаете, даже как вот эти раскраски, как память не хочу сохранять, потому что, ну, потому что мне они уже разонравились. Они мне просто занимают место, и хочется освобождать все свои шкафы от вот таких вот раскрасок. Мария Тролля, Сумеречный сад. Я, конечно, долго думала над этой раскраской, но я так поняла, что она у меня уже лежит просто года два. Я ее не раскрашиваю и особо больше и не хочу. Да, у меня здесь есть симпатичные иллюстрации, вот, которые я бы себе оставила. Вот. Например, вот это мне нравится, вот это более-менее как-то, вот этот разворот. Вот это мне не нравится.
Вот этот вот, наверное, самый мой любимый. Вот это неплохо. Так, там у меня что-то прилипло. Но это что-то очень ужасное. А, ну вот, пожалуйста. Тут я не закрасила. Вот. Есть у меня, конечно, здесь красивые иллюстрации. Вот эти мне тоже нравятся. Я бы их просто вырезала, себе на память оставила, раскраску лучше бы. Я лучше отдам, потому что это много места занимает. Вот. Так что быстренько сейчас вам покажу. Вот эти мне еще нравятся. Вот это неплохой разворот. Я фломастерами просто раскрашивала с градиентами. Вот, но так я смотрю на эти иллюстрации и понимаю, что, ну, вообще не хочу раскрашивать ее. Поэтому я вырежу себе иллюстрации, которые мне понравились, и отдам, ну, другому человеку. И над вот двумя этими раскрасками я еще буду долго думать, наверное, еще раз 50, может быть, побольше. Просто вот эту раскраску я прям не знаю, что с ней делать. Она мне не нравится. Вот вообще. У Риты Берман еще там путешествие по Европе есть вот точно в таком же. И теперь у нее выходит путешествие по Азии. Либо уже вышло, я не очень помню. Как бы они мне даже больше как бы понравились, чем вот это. Не знаю, зачем я ее взяла сгоряча. Вот, но вообще я не знаю, как ее раскрашивать. Я ее очень, очень часто достаю, смотрю, думаю, может что-то раскрасить, потом опять убираю. Вот, и, в общем, я не знаю, я опять же буду долго думать, но если кому-то она нужна, я вам могу переслать. По почте за ваш счет только. Вот, потому что, ой, в общем, я не знаю, не могу ее раскрасить. У меня тут, видите, немножко начато. Вот, если никого не смутит вот эти вот странички, то есть вот и вот все, больше я в ней не раскрашивала, она пустая. Поэтому, если кому нужно, я вам отправлю. Вот, вы мне напишите в комментариях, если кому нужна эта раскраска, потому что мне, как оказалось, она не нужна. Вот, а когда мне что-то не нужно, я все-таки это либо выбрасываю, либо отдаю кому-то, кому действительно это нужно. А Ханна Карлсон. Пока я листала все эти раскраски, я все-таки, наверное, поняла, что вот эта раскраска мне нужна больше, потому что все-таки это Ханна Карлсон. И что-то здесь я еще смогу выбрать, пораскрашивать. Вот, например, разворот мне, в принципе, нравится. Просто я не особо люблю вот эти все маски, маскарады и прочее. Но вот вроде бы бабочка ничего такая, вот эта девушка неплохая. Вот, и в конце концов, сейчас вам еще покажу иллюстрацию, две, которые здесь раскрашены, и очень главная, наверное, причина, по которой бы я хотела оставить эту раскраску. Так, ну вот. Нет, это не причина. Причина, наверное, будет вот в этой маленькой золотистой лапке. Когда Злата была еще маленькой, я раскрашивала, не помню, что она наступила, ну, в краску и наступила на мою эту раскраску. Это такой мини-автограф воспоминаний от нее. Поэтому, скорее всего, все-таки я эту раскраску оставлю, убирать, отдавать никому не буду. Наверное, просто из-за вот этой лапки. Я забыла про это, и хорошо, что включила фонарик и вспомнила.
Вот, поэтому такие вот дела по поводу этой раскраски. Вы мне напишите, кому она нужна. Вот, а, ну, в принципе, можете насчет вот этой раскраски тоже написать. Кому, если она вдруг нужна будет. Ну, лично мне она не нравится. Я ее тоже могу переслать по почте. Вот, так что вот так вот я решила поступить с другими раскрасками. Вот. Нет, мне ничуть не жалко. Вот вам серьезно говорю. Наоборот, мне жалко, что они лежат и, ну, просто лежат. Вот, так что спасибо большое всем за просмотр. Увидимся в новом видео. Кому нужны вот книги, которые вам показала, вы мне напишите в комментариях. И я вам напишу, как со мной связаться. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся в новом видео. Всем пока-пока.